Москва, 21 мая, РИА Новости. Специалисты за сутки разминировали 18 зданий в сирийско-восточной Гуте, обезврежено 11 минут, а также 56 самодельных взрывных устройств, сообщил на брифинге начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии продолжают работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры, сказал Евтушенко. По его словам, за минувшие сутки в Восточной Гуте проверено 18 зданий, обнаружено и обезврежено 11 минут, 17 снарядов и 56 самодельных взрывных устройств. В населенном пункте Рухейба разминировано уже более 6 километров дорог, добавил представитель центра. Предпринимаются усилия по нормализации обстановки и в других районах Сирии, отметил Евтушенко. Развитие ситуации, в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, иллюстрация РИА Новости, перейти в фотобанк Сирии до и после начала боевых действий.